И така, телевизия Европа, свободна зона, отиваме в Москва по скайп, ще разговаряме с професор Сергей Бабурин, председател на Международния славянски съвет, държавник в решителни моменти за Руската федерация и нейната история, е бил заместник-председател на Държавната дума. Добре е утро и Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Доброе утро! Начнем с того, у нас интерес сейчас к ситуации в России, как православный русский народ переживает кризу коронавируса и вообще как поживаете. Интересуваме се от това как живее православния руски народ в условията на тази криза от коронавирус. Изобщо как се чувствате? Переживаем по-разному. Спасибо за ваш вопрос. Мы во многом завидуем нашим болгарским братьям, что у них были открыты все храмы на Пасху. У нас не во всех регионах. Живеем по различен начин. Благодаря за интереса и за въпроса. За много завиждаме на нашите български братия, защото храмовете ви бяха отворени, а при нас не. К съжалению, эта борьба с эпидемией вызвала во многом паралич общественной жизни. Надеюсь, временный. За съжаление, тази борба с епидемията предизвика доста сериозно парализиране в обществения живот. Надявам се, че е временно. Знаете, я хотел бы спросить, вы говорите, завидуете болгарскому народу за то, что храмы были открыты. А не кажется ли вам, что нужно было наоборот, болгарские храмы тоже должны были закрыть свою деятельность из-за гуманизма, чтобы не позволять людям заражаться, как сделали в России, в Турции, в Сербии, повсюду. Искам да ви запитам, казахте, че завиждате на българския народ, че храмовете са били отворени, а не трябва ли обратното? Българските храмове да бъдат затворени, както е в Русия, в Сърбия, в Македония, в Турция, за да не се позволява на хората да се заразяват. Ни в коем случае не кажется. Я рад, что даже в России во многих регионах служба в храмах была беспрепятственна, и даже в Москве при официальных ограничениях во многих храмах служба прошла с участием верующих. Я считаю, что с ограничениями у нас какая-то загадочная ситуация. В никакъв случай не трябва да бъде обратното, за което говорите. Впрочем, в Русия имаше региони, където службата преминаваше безпрепятствено с вярващи, в някои храмове на Москва също бяха допуснати, но при нас с ограниченията е малко странна ситуация. В чем странна с ваши ситуации? С какво е странна вашата ситуация? Странна ситуация в том, что столь суровые меры ограничения могут быть объяснимы только при одном условии. Если нам не говорят всю правду, и если коронавирус действительно является не просто рукотворным, а относится к оружию массового уничтожения, случайно вышедшему в мир. Странността на ситуацията е в това, че подобни строги мерки биха били обясними или ако не ни се казва цялата истина, или ако този коронавирус не е с нормален происход, а е изпуснато случайно или не случайно биологическо оръжие. Вторая странность в
том, что ни в одной стране мира заболеваемость коронавирусом не превысила никаких параметров эпидемии. То есть ни в одной стране мира нет эпидемии, я уже не говорю, что нет пандемии. А то, что все это объявлено, это вызывает вопрос, почему? Да. Втората странност е в това, че в нито една страна по света нивото на заболяването не е достигнало нивото за обявяване на епидемия. Да не говорим за пандемия. И тогава възниква въпроса защо? Защо са нужни тези ограничения? Елементарно и статистически данные говорят, что за один и тот же срок, когда 14 тысяч человек в мире умерло от коронавируса, 69 тысяч умерло от гриппа, от осложнений после гриппа, от пневмонии. Так это что, не так страшно? Это пусть умирают? Вот эти вопросы, конечно, вызывают смятение сознания у людей. Елементарни статистически данни също предизвикват объркване у хората. Например, в един и същи период, през който са загинали, починали 14 000 души от коронавирус, за същото време са починали 69 000 от обикновен грип. Какво означава това? Тези от грип да си умират? Това наистина обърква хората. Возьмите ту же Италию. Да. Возьмите ту же Италию, где якобы вот страшная эпидемия, но по странному стечению обстоятельств общая смертность в 2020 году не превысила общей смертности в 2019. Взамете, то есть например... получается, что все перестали умирать, умирают только от коронавируса. Такого не бывает. Вземете, например, Италия. Тази така наречена най-сериозно засегната от коронавируса страна. Ядро на епидемията. Общата смъртност до момента през 2020 година не превишава общата смъртност, каквато е била регистрирана през 2019 за същия период. Какво излиза? Че в Италия умират само от коронавирус? Такова нещо е абсолютно невъзможно. Скажи... Я рад, что... Я буквально закончу свою фразу. Да, да. Я рад, что и в других странах люди проявляют максимум законопослушания, выполняя требования по ограничению своих свобод, добровольному ограничению. Я надеюсь, в ближайшее время, когда эта зараза официально уйдет, а я в этом не сомневаюсь, тогда уже будут задаваться вопросы о адекватности действий власти. Но, кстати говоря, во многих регионах России полного карантина, полного ограничение не введено, есть ограничение только для пожилых людей. Аз обаче се радвам, че в всички страни хората се съобразяват с наложените изисквания за ограничение, вслушват се в призивите на властите, изпълняват това, което им се казва. Когато болестта отмине, аз се надявам, че рано или късно тя ще отмине, тогава ще започнат да се задават въпроси за адекватността на поведението на политиците в една или друга държава, на едно или друго място. Скажите по-вашему политически въпрос у меня сейчас. Как отразится по-вашему коронавирус на състояние демократии в России? Как ще се отрази коронавирусната епидемия на състоянието на демокрацията в Русия? Политический вопрос. А вопрос о коронавирусе – это прежде всего политический вопрос. Я хочу подчеркнуть, что на состоянии демократии в России это сказывается так же,
как на состояние демократии в Европе. То есть ограничение передвижения – это реальность, но пока это происходит в рамках добровольного самоограничения. Иное дело, хотя хочу подчеркнуть, что я лично убежден, что под предлогом борьбы с коронавирусом в мире происходит в значительной степени передел сфер влияния, передел экономических отношений и борьба за то, какой полюс власти человечества будет доминировать. Китай, Америка, Европа, Россия или что-либо еще. Счастливы те страны, которые не претендуют на роль глобального влияния. У них нет коронавируса, и они смотрят на все наши с вами проблемы с заинтересованным вниманием. Въпросът за коронавируса е преди всичко политически въпрос. И на състоянието на демокрация в Русия ще се отрази така, както се отразява на състоянието на демокрация в Европа. За сега ограниченията на движение, привеждането на състояние на социална изолация или извънредни положения се случват и до голяма степен приемайки ги доброволно от страна на хората. Но под предлог на борба срещу коронавируса в момента в света се развива процес на преразглеждане и преформатиране на зони за влияние. Китай, Съединени щати, Русия, големите страни се борят за преразпределяне на зоните за влияние. Щастливи са по-малките народи и държави, които не се интересуват от тази битка и просто наблюдават отстрани какво се случва и как ще завърши този процес. Спасибо вам за этот разговор по телефону, Сергей Николаевич Бабурин. Я, с вашего позволения, добавил бы только одну мысль. На мой взгляд, эпидемия, так называемая, коронавируса, имела целью свержение двух человек, прежде всего. Это свержение в Китае Си Цзиньпиня и свержение в Соединенных Штатах Америки Трампа. Здесь что-то мы узнаем в ближайшее будущее, но я рад, что и Си Цзиньпинь, и Трамп справились с этой угрозой и сегодня используют политическую ситуацию в своих странах для укрепления своей власти. Иска ми се да добавя още нещо. Струва ми се, че ситуацията с коронавируса по някакъв начин беше предназначена да бъде използвана за свалянето на двама души от власт. Единият Си Цзиньпин в Китай и другият Тръмп в Съединените щати. Радвам се, че и двамата преодоляха тази криза, укрепиха своите позиции и сега укрепват своята власт. Спасибо еще раз за этот разговор. Сергей Бабурин беше наш събеседник от Москва по скайп. Всего доброго! Спасибо. Здоровья всем! Спасибо! Всичко добро! Здраве на всички! Отиваме към новините!